Ближе 100 метров к мосту не подберешься. За камышами чистая вода. Заметят, не подорвем. Скорость течения? Я пускал по воде камыши. Примерно 10 метров в минуту, товарищ командир. Весь путь заряды плывут 10 минут. Шнур горит сантиметр в секунду. Хватит шнура, Альбертас. Хватит. Сегодня еще 4 эшелона прошли через этот проклятый мост. Ни одному тебе, Миколас, будет стыдно смотреть в глаза нашим, если мы не взорвем этот чертов мост. Что предлагаешь? Скорее рвать мост. Вот так он выглядит с воздуха. Крепкий орешек. Мост наверняка минирован и усиленно охраняется. Трудность задачи, лейтенант, заключается в том, что вам предстоит не взорвать, не уничтожить, а захватить мост и сохранить его целеньким до подхода наших войск. Это очень важно для нашего будущего наступления. Ясно, товарищ генерал. А ты садись. Забрасываем вас сегодня ночью. Подтверждение о прибытии. 3 ракеты из квадрата 40. Хорошо. Самолет-разведчик будет постоянно в воздухе. Ваша рация работает только на прием. Ясно. Разведайте схему обороны и минирования моста. Затем на месте разработайте план захвата. И будете ждать. Есть. Получите по рации сигнал 10, 9, ну и так далее. Когда получите 0, это будет приказ действовать. Хорошо. Командир десантной группы, гвардии лейтенант Фомичев. Сколько раз вы выбрасывали в тыл к немцам? 19, товарищ командующий. Людей-то подобрали надежных? Один к одному. 2 знают немецкий, 1 литовец. 4 коммунистов, остальные комсомольцы. По данным нашей разведки, в Литве есть партизанские отряды. Но с ними не всегда удается установить надежную связь. Так что рассчитывайте на свои силы. Понял, товарищ командующий. Как только получим от вас сигнал, что мост взят, сразу пошлем роту десанта. Выполним, товарищ командующий. Вот что, Фомичев, задание ответственное и очень опасное. Постарайся остаться живым. Ребят, береги. Желаю удачи. Спасибо, товарищ командующий. Скоро на месте будем. Задание вернемся. Командир обещал на побивку отпустить. Ребята, поеду домой и женюсь. А ты наперед-то не загадывай. С этого задания тоже еще вернуться надо.
Ты чего это, Егорыч? Да так, рассуждаю. Ты не беспокойся, коленки не дрожат. Я к тому, что больно много неизвестных в этой задачке набралось. Поэтому и послали. Значит, верят. А огонь изо рта можешь? Могу. А шпаги глотать умеешь? В цирке всему научишься. А кролика из шапки сможешь достать? Давай шапку. Кролика здесь нет. Кролик — животное мирное. А у тебя здесь одни патроны. Давай доску. Коронный номер. Вторую. Где патрон? Здесь. Прямое попадание! Сколько осталось до места выброса? Километров 20, прыгайте! Как? Добираться до острова каждому самостоятельно. Точно по карте. Выбрасывайте рацию, груз пошел! Кто такая? Она живет тут у родственников. Их племянница. Симпатичная девушка. Неплохо бы с ней поразвлечься. Я уже вышел из этого возраста. Схожу в сарай. Там, наверное, есть какой-то инструмент. Брось, Франц. Не делай этого. Все равно скоро на фронт. Герр Гауптштурмфюрер, в самолете никого и ничего нет. Птички успели вылететь раньше, чем самолет плюхнулся в болото. Но они не успели еще уйти далеко. Полагаю, что среди них есть и раненые. Надо искать Радке. Внимательно прочешите лес. Кого они забросили? Разведчиков, диверсантов. Вот где самолет сейчас. Они хитрили, Радке, летали по нашим тылам вдоль фронта, а вот здесь снизились. Значит, их интересовал именно этот район. Но какой объект? Разъезд, мост, склады боеприпасов, горючего? Куда они выйдут? Значит, ждать их следует везде. Повсюду поставьте засады.
Все подобрали? Харчи вот тю-тю. Все обшарил. И контейнер с боеприпасами куда-то запропастился. Ну ладно, могло быть и хуже. Главная группа наша в целости. Стало быть, будем действовать. Шестерку передали. Шестерку. Ого, как погнали. Чего доброго, завтра тройки и двойки посыплются. Спешить нам надо, братцы, спешить. Да. Сделаем так. Днем наблюдать, а как только стемнеет, пойдем в разведку по трем направлениям. Особая задача – обнаружить схему минирования моста. Ты, Синицын, выйдешь ночью в квадрат 40, это 10 километров на юг, и дашь подтверждение о прибытии тремя ракетами. Ясно. Чуть на патруль не напоролись. Да. И вышка с пулеметом. Ага. Так. Ясно. Думаю, случайность. Иначе немцы не стали бы стрелять, а постарались взять живым. А ты как думаешь, Леонас? Нет, товарищ командир, это не засада. 100 метров оставалось до нее. Так. Сворвался. Главное, надо достать взрывчатку. Идея. У меня есть идея. Мы что-нибудь придумаем. Взрывчатка будет. Можно сделать скрытый плот и на него положить взрывчатку. Ага. Тейп-тейп. Что, смени Галиева. Есть, командир. А где Базилевич? Не пришел. Стрельбу слышали? Слышали. Да. Так. Если Базилевич через час не вернется, будем уходить отсюда. Похоже, немцы его накрыли. А если стреляли не по нему, Шариков будет ждать. Товарищ лейтенант, тут неподалеку глухомани развалины. Отличное место. Мы на обратном пути наткнулись. Ну что же, посмотрим. Далеко от моста? С пару километров будет. Да, не больше. Заждались тебя? Ага.
Фрицы по кабанам пуляли. По каким кабанам? По диким, понятно. Потом смотрю, за ними человек крадется. И тоже к мосту. Ага. Ну, немцы в потемках переполошились и по кабанам вдарили. Что за человек? Да мужичишка. Ну, шустрый гад. Назад побежал, аж сучьи затрещали. Ну вот, потом я его еще раз видел, когда возвращался. Не померещилось? Точно видел. А, я потом назад по опушке шел. Ага, к стогам подходил, а он от стогов в лес рванул. А может, кто-то следит за нами? Может. Значит так. Бери Пармалиса, Шарику и отправляйтесь туда. Ага. Если мужичишка еще раз появится, кляп в рот и к нам. Мы будем ждать вас в развалинах. Шариков знает где. Действуй. Ага. Разрешите, товарищ генерал? Что? Получено подтверждение от группы Фомичева. В 4.00 над озером Длинным были даны три ракеты. Зеленые, желтые и красные. Молодцы. Продолжайте ориентировать их во времени. Самолет, вероятно, сбит. Экипаж что, не вышел? Пока не вернулся, товарищ генерал. Жаль. Предупредите людей на передовой. Летчики могут выйти в любом месте. Имитируйте бомбежку моста. Фомичев это поможет. Слушаюсь, товарищ генерал. Вы что, с ума посходили? Кого вы притащили? Это же девка. Да, разберись там в темноте. Взяли девка. Ну, не отпускать же. Не отпускать. А связали зачем олухи царя небесного? Ага, попробуй удержи ее. Черт, а не девка. Кусается. Тьфу ты. Держи. Да ты шо? И верно, шальная. Валдес, а ну-ка узнай, откуда она такая. Как ты мечкать, Сирадай? Как тебя зовут? Кота Вардо. Или глухая, или немая. Сколько тащили, ни разу не заорала. И сколько тукаймо? Кот убия, я еще клиент тувис. А может быть, она с немцами? Ты плохой. Смотри, по-нашему шпарит. Скажи, ты вчера ходила к мосту? А вы кто такие? Советские, Красная армия. Правда? Теперь в лесе много всяких людей разных. Базилевич, а ну-ка покажи картинку. Это неудобно, лейтенант.
А вязать удобно было? Показывай, показывай. Других документов у нас нет. Советские. Так как тебя зовут? Алдона. Зачем ты вчера ходила к мосту, Алдона? Я не ходила к мосту. И из тога не ты удирала? Я. Ну? А что ж ты там делала? С дружком была? Нет. От немцев пряталась. Почему? Так надо. Ну ладно, пусть будет так. И все-таки, кто мог вчера ходить к мосту? Подумай, может быть, кто-нибудь из местных. Это очень важно. Нет, местные туда не пойдут. Там охрана не знают. Не пойдут. Голдону с карты стури тошнявальгу отведи нас. А чего она? Хлеба просит. Двое суток не ела. Конечно, пожалуйста. Бери, бери. Не стесняйся. Еще думались тоже. Кавалеры. Не на танцульках, шоколад-то. Ну-ка, сестренка. Вставай, вставай. Вставай. Ну-ка, пойдем. Садись. Садись, садись. Поешь нормально. Так. Сейчас. Ешь, не стесняйся. Да. Вот так. Вкусно. Ашот, пойдем пахом его сменим. Помоги нам. Я? Да, ты. Скажи, в каких деревнях немцы стоят, знаешь? Знаю. А откуда они солдат на мост возят? Знаю. Норагели комендантура. Так. Оттуда солдат на мост возят. И Мирославас тоже. Все? Все. Скажи, а через болото наше к мосту проведешь? Угу. Он будет старшим. С ним не пойду. Да ты что? Он же вот такой человек, тебя угощал. С тобой пойду. Я командир, я другую группу веду. С тобой пойду. Если пойти там, будет панцерн. Танк? Панцерн. Как же они его сюда затащили? А дорога на что? Иди посмотри, как к нему незаметно подобраться. Встречаемся здесь. До моста еще далеко? Нет, мало. Веди. Thank you.
Докладывай, Егорыч. Ну что, постов на реке нет. Так. А у моста с двух сторон две зенитные установки по два ствола. Ага. Прислуги насчитали 15 фрицев. Так. По другую сторону моста дзот. Дзот. Окопы. Блиндажи за колючей проволокой. Угу. Ходы сообщения полного профиля. Так, посты у нас есть? Два. По обоим сторонам моста. Офицеров видели? Двоих званий не разобрал. Так, ну что тебе удалось? Где переправлялись? Поваленные сосны. Река, товарищ лейтенант, глубокая. К мосту подошли метров на 100. Охрана службы несет исправно. Пытаюсь разглядеть, готов ли мост к взрыву. Но пока ничего не видно. Так. У них две зенитки. Вышка, дзот, патрули, часовые. А нас всего 12. Ты, Дзюба, возьмешь троих? Так. И пойдешь в этот самый Мирослава за языком. Угу. Только охрана знает, как заминирован мост. Иначе вместе с мостом взлетим на воздух. Выполняй. Есть. Шариков. Я. Галиев. Есть. Пахомов. Быстрее. Синицына долго нет. Кто это? Сигнальщик наш. А у тебя мама есть? Нет, меня в капусте нашли. Что это? Айс принес. Птица такая. Кандрас. Да. Отец воюет, мама в Тюмени живет. Что такое Тюмени? Старинный город в Сибири. Ты из Сибири? Угу. А где твой город? По уставу не положено. А у нас говорили, что в Сибири 100 градусов мороз. Да разве столько бывает? 50 куда ни шло. У нас такого мороза даже и дети не боятся. Домой не загонишь. Слушай, а почему ты от немцев прячешься? Что случилось? Я немца убила. Ты? Он пошел ко мне, и я защищалась. Так ведь тогда они всех твоих взяли, отца, мать. У меня нет отца, мать. Я у дяди тетки живу. Я работаю у них. Батрак. Разве у вас есть батраки? В старой Литве много было. А теперь советская власть, когда пришла, нет. Но у меня дома нет. Я осталась. Ты в школе-то училась? Когда мама была жива. 4 класса. А дальше? А дальше дядя сказал, учиться не можно, нужно работать. Кулак проклятый. У тебя очень красивые глаза. Зачем нужна красота? Если бы у меня свой дом, пусть Святая Мария мне поможет. Чего мы здесь не дождемся? Полдня уже сидим. Не дураки они при фронтовой зоне поодиночке по дорогам мотаться. Дураки, не дураки. Пошлют и поедешь. Тихо. Мотоцикл. Галиев, Шариков, займитесь корягой. Пахома в обход.
Синицын не вернулся? Нет, Шариков ранен. Что? Серьезная рана? Да, живая, в живот. Кровь удалось остановить. Да, плохо дело. Кого взяли? Штабного офицера. Донесение вез. Валдис, читай. Значит так. Срочно, секретно, оберштурмфюреру Эльфельду. Всего числа 5.20 выехал во главе зондеркоманды Д-5 в Алитуйский уезд для ликвидации вновь там появившихся партизанских банд. Поиск, заброшенный на самолете диверсионной группе противника, продолжается. Сигнальщика взять живым не удалось. Гауштурмфюрер Кюль. Синицын, Синицын. Этого следовало ожидать. Самолет наш сбили, сбили. Контейнеры не наверняка нашли. Синицына выследили. Значит... Значит, нас уже ищут. Тройку передали, лейтенант. Вот что, братцы, двигаться отсюда мы можем только в одном направлении, к мосту. Ждать нам здесь больше нельзя. Не сегодня-завтра немцы нас накроют. Раз уж они начали искать, они найдут. Дальше. Зондеркоманда ушла под Алитус, значит, другого такого удобного момента нам не дождаться. Мой приказ. Сегодня же выступаем. Приказ есть приказ, и мы готовы его выполнить. Ну, возьмем мы мост. А удержим ли? Сколько нас после штурма останется? И кто знает, сколько продержаться надо будет. Ты все ж подумай, лейтенант. Подумал. Риск, конечно, есть. Но, думаю, наши пропасть не дадут. Меня другое за горло давит. Где под этим проклятым мостом фугасы? Где? И если этот гад ничего не скажет, то наше дело, братцы. А ну, давай его сюда. Валдис, давай. Мост заминирован. И из дебрюка ферминт. Ja, die Brücke ist vermint. Davon haben Hauptsturmführer Kühl und Oberleutnant Radke gesprochen. Да, мост заминирован. Он слышал, как об этом говорил Гауштурмфюрер Кюль и Оберлейтенант Радке. Где находится подрывное устройство и заряды? Wo befinden Sie die Zünder und die Sprengladungen? Ich weiß nichts davon. Ich war auf dieser Brücke noch nie. Он не знает. Он никогда не был на этом мосту. Похоже, не врет. Ясно. Значит так, эту немецкую загадку будем отгадывать сами, на месте. Мост есть, значит, и мины найдутся, верно, Егорыч? План будет такой. Я с Пармалисом и Базилевичем беру танк. Выстрелим из танковой пушки, накроем дзот, и это будет сигналом к общему штурму. Галеев, Саркисян и Дзюба займутся зенитной установкой. Пахомов и Корольков снимут посты у моста и будут держать под пулеметным огнем ходы сообщений. Борисов и Еремеев займутся дзотом. Все ясно. С рассветом пойдем. Спасибо тебе, Алдона. Ты нам очень помогла. Давай, ребята. Пошли.
здесь консервы. Иди к нашему раненому и оставайся с ним. Ну, иди. Я буду просить Святую Марию, чтобы вы вернулись. Я буду ждать тебя. Правильно. Жди. Командир идет. Взрывчатка готова, товарищ командир. Вытопили из немецких снарядов. Хорошо. Ну как? Ты уверен? Гарантирую, товарищ командир. Не первый мост парень рвет. Будь осторожен. Переходи к Дзоту. А пока прикрой нас. Эй, Бибі! Du hast ja deine Feldmütze vergessen, du Hohlkopf, du! Оставайся здесь, я сам. Schnell zurück! Herr Oberleutnant hat der... Быстрей! Прогменис, ну крепкий тим. Направишь заряды к мосту и плыви к тому берегу. К камышам. Там мы встретимся. Есть, командир. Сначала займемся Дзотом. Давай снаряд. Заряжай. Готово. На мосту наши ведут бой. Надо отменить взрыв. Сейчас приведу отряд.
делать. Встречай. Сейчас встретим. Алдона. Спой. Ну, спой, пожалуйста, что-нибудь. Надо приготовиться, лейтенант. Немцы могут оттуда пойти. Теперь главная забота – заряд найти, мост сохранить. Пошли. Ну что, живой? Да так, царапнуло. Ага, двумя пулями на вилет. Да ладно. Так, ты... быстро в дзот. Быстро. Рановато списываешь, Петрович. Я еще с пулеметом управлюсь. Ну что там? Под рельсами ничего нет. Ах ты. Проверь все опоры, может быть, там взрывчатка. Есть! Подрывная машинка есть. По проводам нашел, ее землей засыпало. Не пора сообщать нашим. Рано. Надо найти заряды и обезвредить. У них наверняка есть дистанционный взрыватель. Да, конечно. Только вот куда они его запрятали? Ни пуха. Значит так. Аршот Галиев, займите позицию зенитчиков, готовьтесь к обороне. Есть. А ты, Еремеев, готовь дзот. Немцы вот-вот очухаются. Немцы на подходе! Беги к ребятам! Давай! Есть! Кабель хоть вниз, лейтенант! Нишу нашел, в опоре! Камнями завалено. Растаскивайте камни. Что? Патрой! Патрой! Что случилось? Почему ты здесь? Мертвый он. Кто? С кем я сидела? Умер он. Шариков. Пустая ниша. Куда тянутся провода? Внутрь куда-то. Ищи! Зачем ты сюда пришла?
Страшно там. А здесь? Я вместе буду. Рядом не страшно. Зод, беги быстро! Ну! Я мне нырнул, она пустая. Сверху свет, как колодцы. Попробуем сверху. Ну, я пошел. Давай вниз, лейтенант. Я тебя прикрою. Мост наш. Выходи на связь. Раньше надо было выходить. Что случилось? Все. Разбила рацию. Осколком. А что же делать? А, Петрович. О, попали, а? Это уж как водится. Ну-ка, сестренка, хавайся. Что будем делать без передатчика, братцы? Соображайте. До утра мы не продержимся. А если у немцев связь одолжить? А? А что? Фокусник. Подожди, Егорыч. Связь — это не только рация. Правильно? Угнать машину, мотоцикл, а? Мысля! Угоню! Да на дороге можно день прождать, и два. Не годится. Надо пойти к моему деде. К кому? Дядьке мой. Там я жила. У соседа стоит мотоцикл. Надо попросить дядю, он поможет. А дядька нас не заложит? Что? Ну, это не выдаст. Нет. Дядька очень не любит немцев. Он еще в 16-м году воевал с ними. Он очень их не любит. А как твой дядька поймет, что Еремеев от тебя? Я с ним пойду. Осторожнее, сестренка. Но тебя же ищут. Я знаю. Ну, спасибо тебе, Алдона. Вся надежда на вас. Идите. Как я увижу тебя? Беги! Ты мне адрес свой. Он тебе все расскажет. Он все знает. Беги! Идем, куда он денется. Идем, идем. Я тебе не то, что адрес. Я тебе всю его биографию изображу. Идем. Все готово к наступлению, товарищ командующий. Ударные силы войск
скрытно выведены к линии фронта. С рассветом начнем артподготовку. Хорошо. А как насчет моста? Через сутки он нам вот как необходим. Я передал Фомичеву ноль. Они начали действовать, пока молчат. Десантная рота поддержки ждет на аэродроме. Что-то у них неладно. Подключай танки из разведки, надо успеть помочь. Петрович! Ленту давай! Немцы окружают ЗОД! Что? Командир партизанского отряда Буконтас. Лейтенант Фомичев. Как вовремя вы подоспели. Комиссар отряда Корчавскас. Лейтенант Фомичев. Ну вот, вот мы и дождались вас. У вас рация есть? Что вы? У нас оружие не у каждого. Нам связь нужна, понимаете, связь. Наши еще не знают, что мы захватили мост, и без помощи фронта нам не удержаться. Так, мы можем послать на фронт людей. Хорошо. Готовьте донесение. Сколько вас? 6 осталось. Да, у немцев на подходе до роты пехоты. И 2 танка. Ну что, лейтенант, будем сражаться вместе? Часового раньше не было. А? Где твой дом, показывай. Там. Ползи. А? Нет. Деда с теткой нет. Вижу. Где они? Слушай, они могли спрятаться. Да, могли. Ну? Вот там. Веди. Через сад. Веди. Деда. Тата. Ой. Кам? Кам это ей? Тавеги ешко. Рейкалас ира. Абы сварбут рейкалас. А ты где? Это наш. С неба. И сатана, не девка. Зачем? Зачем ты здесь нас нашла? Ему нужен мотоцикл. Моторос? Да. Где ж ты нас видела, мотоцикл? У соседа стоял. Так-то, у соседа. Увезли. Увезли немцы. Вот. Как? Да что ж нам так не везет? Отец, ну придумай что-нибудь, а? Деда. Ну что? Деда. Что я могу? Кони сгодятся. Сгодятся? Добрые, сильные. Где они? У соседки Рамуты. Чино. Алдона знает. Знаю. Так. Немцы в ее хлев поставили 5 коней. Добро. Так, вам отсюда нельзя уходить. Сидите тихо. Ждите наших. Хорошо. Алдуте. Ой. Юс не сяудинкит, телманяс. Жюрих саугок сабе. Юс ирги, пасе саугокит. Бег, бег, дукрели. По местам! Отсекайте пехоту от танков! Разрочки там мучают, ругай!
Кто такая? А это кто? О, кажись, наш парень кровью истекает. Откуда раненый? Давай-ка их к командиру. Откуда раненый? Говори. Там на мосте идет бой. Там их очень мало. Взяли его от немцев. Нету рации, нужно сообщить. На мосту, говоришь? На каком мосту? Там один мост, Гелишин, Гелистан. Да, реки кричевайте. Стоп! Железная дорога, помогите. Подожди, подожди. Идемте, пожалуйста. Кто у них командир? Датрас, лейтенант. А ведь нам этот мост и нужен. Выходи на связь со штабом. Пошли. По машинам! По машинам! По машинам! Понял. Давай. Лейтенанту не мати, кур лейтенанту. Юз, лейтенанту не мати, Петр, лейтенанту не мати. Лейтенанту не мати, не мати, не мати. Куди? 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 Не горю. Ты тут дел натворил. Говори, куда танки ставить, откуда немец попрет.
Давай перекрывай все подходы к мосту. Ясно. Счастливчик-то, лейтенант. Если бы не эта девчонка. Пошли. По машинам! По машинам! Теперь ты уедешь на свой Сибирь? До Сибири еще далеко. Сначала в Берлине побывать надо. Это моя мама и моя бабушка носила. Пусть с тобой будет. В деревню иди. Петры! Поосторожнее, Петры. Какие ребята здесь полегли?